смотрю, видок, кого-то кто-то душит, взрывает сеть, шмаляет из ствола. Ох, эти мафиози, мать их в душу, обделывают темные дела. Но все так нарочито, что верится с трудом. К тому же и кричит он, как кандидат в дурдом. Теперь в кого-то толстого стреляет. Зачем стрелять, включил бы утюжок? Конечно, итальянец, кровь играет, но слишком суетится корешок. Стрелять не лучший метод, вопит моя душа. У нас бы фраер этот не нажил ни гроша. И не бьем посуду, и никого не мочим сгоряча. Ведь рэкетир потомок Робин Гуда, взращенный на заветах Ильича. Нас партия учила, награбленная град. Теперь она почила, и наш черед играть. Как железка, снять бабки, повернуться и уйти. А будут возникать, заметить веско, но тихо, полушепотом почти. Вы чем-то недовольны? Не нравится расклад? Ну, если будет больно, то я не виноват. И все интеллигентно, без надрыва, из пошлого кастета и ножа. Я только намекну, как некрасиво упасть плашмя с восьмого этажа. Без нервов и без мата вести свои дела. Искусство дипломата на уровне посла. Ну вот опять бандиты бьют кого-то, и в серны полоскают кислоте. У сицилийцев грубая работа, а русский ракетон на высоте. Без нервов и без мата вести свои дела. Искусство дипломата на уровне посла. Без